Всем привет, с вами я, Наталья. И сегодня будем печь шоколадный пирог подушечки. Рецепт очень интересный. Я его позаимствовала на канале у Ирины Воскресенской. Там можно найти много различной выпечки, классные тортики. Ирина подробно рассказывает, как печь тортики, как их готовить и как украшать. Ссылочку на канал Ирины я укажу в описании под видео. Тесто готовится очень просто, буквально все смешал и готово. Можно обойтись и без миксера. Но для ускорения процесса я им воспользуюсь. В чашу миксера я разбиваю яйца, добавлю щепотку соли, немного ванилина. Ванилин можно заменить на ванильный сахар. И 4 столовые ложки сахара. Все это нам нужно хорошо смешать, чтобы сахар немного растворился. Теперь добавлю сюда молоко и растительное масло. И все еще раз смешаю. Теперь я в миске смешаю все сухие ингредиенты. Муку я уже просеяла, и теперь просею в нее какао и разрыхлитель. Мучную смесь отправляю к яйцам и все смешаю до однородности, до полного растворения всех комочков. Я буду выпекать пирог в форме диаметром 20 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока смазала сливочным маслом. Вот такое тесто получилось по консистенции. Переливаю тесто в форму и равномерно его распределяю. Теперь приготовим творожную начинку. Творог берите жирностью не менее 5%. У меня творог жирностью 9%. Я добавлю в него немного ванилина для аромата, сахар и муку. Все это я хорошенько пробью погружным блендером, чтобы получилась однородная, творожная, такая пастообразная масса. Творожную пасту я переложила в кондитерский мешок и теперь нанесу узор. Можно использовать обычный мешочек, но только берите очень плотный. Отправляю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Пирог я достала из духовки, сейчас он немного остынет и будем вынимать. Вот такой симпатичный шоколадный пирог мы с вами сегодня приготовили. Выглядит он нарядно, по вкусу напоминает шоколадный кекс с нежной творожной начинкой. В общем, очень вкусно. Готовить его легко и быстро, поэтому пробуйте, делитесь вашими впечатлениями в комментариях и обязательно ставьте лайк, если понравился рецепт. У меня на сегодня все. Всем вам желаю приятного сладкого чаепития. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Ирины. Ссылочка будет в описании под видео. И до скорой встречи!